Всем привет, дорогие друзья. В общем, в этом видео хочу вам рассказать очень важную вещь. В общем, смотрите, такая ситуевина пошла сейчас. То есть, ребят, кому нет 14 лет, либо вашим детям нет 14 лет, у кого есть каналы, срочно, в срочном порядке посмотрите данную информацию. Если сколько лет стоит в аккаунте Google, потому что сейчас Google банит аккаунты, блокирует детей, которым нет 14 лет. В общем, смотрите, как это проверить. Открываем управление аккаунтом. Личная информация. И смотрим, как, сколько лет стоит здесь. Потому что многие не смотрят, что уведомление приходит. Google, прежде чем удалять аккаунт, он присылает сообщение, что мы, короче, вам даем время, чтобы вы просмотрели свои данные перед тем, как удалить. Вот. Но эти сообщения, как бы, они приходят на почту. Многие их не видят, кто-то их не хочет читать. И аккаунты просто блокируются. Сейчас вам покажу примеры. Точнее, есть один пример товарища одного. Вот я фотографию, скриншот сделал. Точнее, он мне скриншот прислал. Это аккаунт заблокирован за нарушение условий использования Google. Вот. После того, как этот аккаунт удалили, он пытался поменять. То есть вот. Вот его видео. Пытался он поменять данные. В общем, ставит. Код меняет, короче, на 2000, выбирает далее. Но так как мне удалили, ему нужно подтвердить свои данные через паспорт и что-то через удостоверение личности. Но так как ребенку нет 14 лет, поэтому, естественно, он не может ничего сделать. У меня такая ситуация была у канала сына. Была, точнее. В общем, я что сделал? Я взял, изменил данные, поставил данные жены. Ну и, естественно, фотографию паспорта жены отправил. И все таким вот образом про канал отлично. Так что, ребят, внимание всем прям. Обязательно просмотрите, у кого такая ситуация может быть. То есть у кого не достигает возраст 14 лет, кто аккаунт на себя делал. В общем, обязательно посмотрите, потому что беспощадно удаляются аккаунты один за одним. Просто мы это не знаем. Кто сталкивался с этим, тот знает. Ну вот как так, ребят. Спасибо за внимание. Удачи и пока.